Дорогие друзья, хочем вам показать, как можно завести альфу без ключа. Ну, потеряли ключ, там забыли где-нибудь альфу, пошли забирать там или что-то как-то. В итоге нет ключа, завести проблема. Сейчас покажем, что можно сделать. Ну вот сейчас у нас сняли фару. Вся ключ к этой решению проблемы находится в фаре. Нужна, в принципе, отвертка. Отвернули два болтика, фару сняли. Сейчас я вам продемонстрирую. Сейчас у нас пока мы ничего не сделали. Пробуем завести. Молчит, да? Дальше. Чтобы нам ее завести, ищем вот этот жгут от замка зажигания. Вот он. Замок вот здесь спереди. Вот жгут от него с проводами. Ищем, куда он идет к фаре. Мы уже нашли. Вот эти провода. Вот этот провод ответственный за заводку. Смысл какой? Когда он подключенный, он закрученный на массу. То есть мы его отключаем. Коммутатор от замка, так сказать. И сейчас должно все произойти шикарно. Дальше. Вот мы его заглушили. Подключим этот провод назад. Вот так. Ну, единственный момент, что при этом способе не будет работать у нас электрика никакая. То есть двигатель работает, но ни поворотников, ничего у вас работать не будет. Кстати, имейте в виду, в случае поворотники показываем руками. Света не будет. Вот. В общем, так. Все это можно сделать. Конечно, чтобы все работало, нужно черный провод с красным вот этот замыкаем. И должно все заработать. И электрика, и все. Так, а сейчас мы попробуем, чтобы у нас сработала еще и электрика. То есть мы сейчас отключим вот этот провод. Глушилка. Черный с белой полосой. Так, и вот этот провод. Вот этот провод мы... Нам надо соединить вот с этим. Так, как это все работает? Так, что у нас идет? Проводка, а что идет? Если вот так сделать. А у тебя аккумулятор нет, да? Сейчас ну-ка заведем. Дорогой. Фантастика, это заработало. В общем, красный с черным проводом надо соединить. И у нас будет даже работать электричество. А вот эту глушилку отключить. Все, поехали. А еще если вот соединяем красный провод этот вот, это плюс, который идет к замку, надо бросить вот на этот черный. Черный это как бы... Вот так даже. Вот у нас поворотники заработали. И все остальное должно работать. Сейчас возвращаем все как должно быть. Ну, в общем, вы меня поняли.